Привет! Маленькая практическая заметочка для Део. Ну и для всех жителей заодно. Я сейчас вот со своим сыном на велосипедике еду вокруг Вильнюсского. Ну неважно, таких мест полно в Славутичи. И вот место съезда с тротуара на проезжую часть. Мы хотим пересечь внутриквартальный проезд и снова выехать на тротуар. Смотрите, как это происходит. То есть вы видели, что это не так уж просто, особенно если это делает девушка, и особенно если это закругление дороги, вот как здесь. И вот как пример девушки с колясками, и это, естественно, происходит точно так же коряво, как и у нас на велосипедике. Это просто тяжело и даже в чем-то небезопасно для деток в коляске. То же самое касается и подъема с внутриквартального проезда на пешеходные дорожки. Эта проблема касается и пешеходной дорожки, по которой, в общем-то, чаще всего ходят люди с колясками и с детками, и велосипедной дорожки, по которой уже непосредственно на велосипедах ездят люди. То есть вы поняли, что этот элемент дороги абсолютно везде должен выглядеть совершенно по-другому. Это должен быть заниженный бордюрный камень, и у нас в городе есть места, где это выполнено правильно. Кое-где он выполнен вот так. Это не лучший вариант, но это такой полумера. В виде такого асфальтного нашлепка, который делает такой псевдопандус. И это не лучший вариант, просто потому, что он выглядит как какой-то самострой дачный и просто съедает часть проезжей части с одной и с другой стороны. Но это все равно лучше, чем высоченный бордюр, с которого невозможно съехать и на который невозможно заехать. А вот правильное место. Это въезд во дворы Московский 1, Московский 2. Заниженный бордюр. К нему плавно подходит асфальт с велосипедной дорожки или с пешеходной. И также здесь практически без уступа начинается проезжая часть. Посмотрите, это функционально, красиво и технологично. Део, пожалуйста, на всех велосипедных дорожках, на всех пешеходных дорожках, когда они переходят на проезжую часть, выполняйте примерно так же. Точно тот же вопрос касается и всех наших пешеходных переходов. А вообще мы же часто декларируем, что мы велосипедное место, город, который максимально удобен для велосипедистов, для пешеходов. И я знаю, что наше сообщество велосипедное очень активно продвигает свои инициативы в этом плане. Я конкретно по этому поводу работаю с Сашей Панченко. Саша, привет! Это как раз активист, который продвигает много инициатив в этом направлении. Некоторые из них они реализовали сами. Некоторые из них застопорились. Застопорились в том числе и по нашей вине, по вине исполкома. Некоторые по более каким-то объективным причинам. Но конкретно эта инициатива, я думаю, должна быть реализована в полной мере. Взять нам за правило. Есть велосипедная дорожка, есть спуск на проезжую часть. Должен быть комфортный съезд. Все, пока.